Привет, привет, мои дорогие, я Наташа, и мой канал, который называется «Мама Наташа», представляет, что-то я выбилась из графика, ну ладно, будем входить в колею. Ну, были дела поважнее, чем маленечко YouTube. Я сегодня с ночи пришла, я так крепко спала. Ну да-да, не забудь подписаться на мой канал, что это я, о главном-то не говорю. Поставить лайк или дизлайк на колокольчик, не забудь нажми, когда выйдут мои видео. Все, входим в колею, ребят. Вот пришла, думаю, у меня есть целая курица, я не знаю, надо пожарить. Я пожарила, ну, себе, естественно, целую, я все, что не съем, там понадкусываю. А я сейчас бедрышко, крылышко и макароны купила, кетчуп. Так захотела вот такого кетчупа. В принципе, макароны с кетчупом я очень-очень редко ем. Ну, вот сегодня захотела, ну, сварила обычных макарошек. Вот он какой красивый-то оказался. Сварила обычных макарошек. Курочку пожарила на сковородке гриль без масла. И пришла Юлька. И салатик. Салатик, просто обычный салатик. Кошки не голодные, не верьте им. Я не знаю уже, сколько едят этой кошки. Эти кошки, ребята, себе не приносила с работы. Ну, прям что остается, котлеты какие-то, да? То я бы их точно не прокормила. Я им ношу всякие вкусняшки. Иногда они едят мясо. Попробуем кетчуп. Не знаю, что за кетчуп, но попробуем. Вот такие макароны у нас получились. Острый, зараза. Ой! Ой! А кетчуп оказался острым. Это не для меня еда. Ну, придется давиться. А вот мама Наташа. Я не очень люблю острые вещи. И налила-то я его. У меня даже опять есть салфетки. И налила-то я себе его как следует. Ой, вырви глаз. Ладно. Профилактика. Я сейчас все макарошки перемешаю. Опять губы накрашены, буду есть помаду. Кстати, все полезно, что в рот полезло. И губная помада тоже. Но на улицу сейчас не накрасишь. Смысл? В маске-то оденешь маску и вот так все. Хоть дома покрасоваться. На работе тоже в масках. Смотришь ТикТок, все воюют против вас масок. Прям все такие умные. А мы не воюем, мы ходим в масках. Курочка на сковородочке гриль, в общем, без масла. Смотрите, какая красивая получилась. Это, наверное, к мясу и к рыбе. А я не посчитала. У меня все здесь животные. То, как их кормят, я не знаю, меня едят, никак не выйдет. Кошка любит домашние. Прям макароны подавай. То еще что-нибудь. Ой, ой, какой острый. Вот это он как раз крылышком. Такое чувство, что надо их быстро проглотить. О, для любителей. Ну, Наташа, соус чили супер. Наташа прочитала стебель бамбука. А оказалось, соус чили и так, как я сбагрила. Ну что же. Я даже запивку-то не взяла. Я стараюсь после еды не пить. Очень редко, когда хочу кока-колы. Сегодня такой мукбанг, ребят. Заказывали мне, дорогие мои, шаурму, ой, роллы. Роллы будут. Дело в том, что мы не совпадаем с Яной.
Обезьяны я роллы не буду заказывать, даже если она придет вечером. Ну, какие роллы там уже будут? А вечером роллы заказывать уже не очень охота. И посмотрим, будем с ней вдвоем дома. Что я обычно заказываю себе и Яне. Люль! Ну все, уже вошла в колею. Первый глаз. Гоша, вот только так. Ну, что я могу сделать? Все здесь. Все здесь. Ни у кого, наверное, такого мукбанга вырви глаз не было. Ни одно, другое, в общем, начала лечить зуб. А мне 6-го только числа записывалось. И вот сейчас на него нажал, и он у меня болит. И уже сразу есть перехотелось. И пока решил заниматься зубами, хотя бы их вылечить. Это один YouTube. Останешься без зубов. По микрофону. Какой-то у меня мукбанг сегодня непорядочный. Ну, конечно, мама Наташа наворотила дел. Вот и здесь стебель бамбука. Ну а что, никто не ожидал такого конца. Ну, курочка отменная. Нет, я больше это не буду есть. У меня горит все. Я буду есть курицу и овощи. Кстати, салатик просто с маслом. С лучком. И бедрышко. А я люблю бедрышко. Ну, очень вкусное бедрышко. Особенно люблю другое место бедрышков. Юль, сейчас я тебе дам. И курочка вкусная. Курочка само совершенство. Не знаю, я сейчас, кстати, спала. Мне снилось, что я варю борщ. Я не знаю, к чему мне это снилось. Мясо не снилось, но снилось, что я варю борщ. Вот это красненькое. Вкусненькое. Вот я думаю, может, сон в руку. Может, сварить борщ. У меня можно изменить безотходное производство дома. И платить им за мойку посуды. Экономия воды. Лайфхак.
Я, кстати, давно такой салат не ела. Поэтому я соскучилась по такому салатику. Но мы едим без хлеба. Хлеб с хлебом же не едят, хотя я люблю макарошки да с хлебушком. Почему? После такого-то, да салатик. Да лучок такой, да маслица, да помидорка, да огуречек. В общем, я все скушала. Это я буду есть только с мясом. Надо было просто макать в него курочку. Больше так я делать не буду. Курочка была очень вкусной. Я была такая голодная, что, наверное, смела все за 5 минут. Все, всех люблю, целую. С вами была Наташа. Мой канал, который называется «Мама Наташа представляет». Безотходное производство. Все, пока-пока. Чмоки-чмоки.